Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем «Король и Шут». Поехали, друзья! Ты говоришь, я делом? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи! Навеки мое дело зло и месть! Для демона не может быть иначе! Судьбу несчастного изгоя. Постоянно доставать себя вопросом, кто я? Если что, я демон, часто выжить помогали. Люди же повсюду так меня и называли. Извольнящая луна, моим муки влюблена. От добра в души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я? После инквизиторы калечили мне тело. Все восстало против молодого некроманта. Сделал меня мучеником моего таланта. Извольнящая луна, твои муки влюблена. Отобрав в душе покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне так... Ну, ребят, что скажу? Ну, песня бомбическая, ребята. Бомбические голоса такие. Прям вот голоса. Таких нет. Таких нет исполнителей сейчас. Нету. Хочется, конечно, чтобы была бы примерно такая группа, такая красивая группа, ребятки, с таким голосом шикарным. Такие песни у них были сказочные. Сказочные, ребятки, песни. Сказочные все песни у них. Красивые, интересные. Смотришь, слушаешь, как будто кино. Поехали, друзья. Почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я? Что скажу? Ну, мне нравится, ребятки. Нравится. Нравится, во-первых, так можно танцевать, ребятки. Вот танцевать можно, вот знаете, прям вот так танцевать, ребятки, сильно. Это, во-первых, и гимнастика, и спорт, ребята. И для организма это полезно, ребятки. И сказку слушаешь. И наслаждаешься голосами, ребятки. Голоса-то какие классные. Звонкие. Чистые, во все ноточки попадают. Ну, артисты, ребятки, артисты, ничего не скажешь. Я насладилась, ребятки. Мне очень нравится. Рекомендую, друзья.